Сегодня мы познакомимся с командой, приехавшей из древнейшего города – Пскова. Ребята рассказывают о родном городе, достопримечательностях и своей команде. Наш коллектив очень, он очень добрый, собранный, как бы самостоятельный и дружный, и очень веселый. Мне приятно находиться в таком коллективе, мы же еще и одноклассники. Очень приятно проводить с ними время. В нашем городе очень много кремлей красивых, очень много у нас природа красивая, у нас самая знаменитая Великая река, там стоит знаменитая у нас стена крепостная. Значение команды для них приравно к слову «семья». Вот и классный руководитель рассказывает о том, как важен коллектив. Команда – это плечо, это умение поддержать друг друга, это умение похвалить, это умение поругать, если он это заслужил. Это команда, это единство, это ядро. Дети не только веселятся, но и показывают свои таланты. Тайны зачарованы в тишине веков, ночью околдованы засыпает Псков. Я иду по городу и под нос пою. Это моя родина, я ее люблю. Мы команда, просто класс, мы победим всех вас!